Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Татьяны Корбут. Композиция называется «Твой полет» в памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Музыка исполнения Самойла Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Ты как и зачем, и стремился в небесную высь, жить в эпоху лихих перемен, наша в общем нелегкая жизнь. И летел в облака, заполняя собой пустоту, и несли мы тебя на руках, только в сторону видно не ту. Заполняя собой пустоту, и несли мы тебя на руках, только в сторону видно не ту. Трудный путь до конца не понять, кто ты был, разгадаем потом. Тебя мы сумели принять и впустить навсегда в каждый дом. Ты летел, летел в облака, заполняя собой пустоту. Если мы тебя на руках, только в сторону видно не ту. Ты комета, и слышим теперь голос хриплый, минуя года, и в твой мир не закроется дверь. И судьбы не погаснет звезда, на каретном большом ждем тебя, ловим звуки шагов дорогих, в слове истины верим, любя. Сила Бога и нет слов других. Заполняя собой пустоту, и несли тебя на руках, только в сторону видно не ту. Ты летел, летел в облака, заполняя собой пустоту. Тебя на руках, только в сторону видно не ту. И несли мы тебя на руках, только в сторону видно не ту.
спасибо за внимание. С вами был Самуил Абрамович. Музыкальная композиция «Экспромт». «Твой полет». Памяти Владимира Высоцкого. Стихи Татьяны Курбатовой.